Компания Alphamed Ukraine представляет вашему вниманию аппаратно-программный комплекс Sensitive Imago, который имеет не только диагностические, но и оздоровительные возможности. Метод частотно-волнового импринтинга подарил возможность восстановления функций органов на клеточном уровне с использованием биорезонансной терапии и частотной компенсации. В чем преимущество этого метода? Первое. Максимальная индивидуализация оздоровления с использованием энергетического поля человека. Второе. Непрерывная автоматическая настройка коррекции от сеанса к сеансу в зависимости от текущего состояния гомеостаза организма пациента. Третье. Универсальный подход исключает возможность передозировки, что позволяет использовать метод во всех возрастных группах и при различных состояниях патологического процесса. Также Sensitive Imago позволяет провести энергетическую коррекцию следующих проблем. Энергоинформационная нагрузка. Аллергены. В базе имеется 366 эталонов. Патогенные возбудители. Токсины. Контаминанты. Пищевые ядобавки. БРТ-терапия применяется при заболеваниях бронхолегочной, сердечно-сосудистой, пищеварительной систем, дисфункции иммунной системы, различных функциональных нарушениях. Данный метод лечения эффективен при устранении аллергии, непереносимости пищевых продуктов и интоксикациях. Биорезонансная терапия хорошо сочетается с приемом любых препаратов и другими методами лечения. БРТ-терапия проводится локально на наиболее измененных структурах в тканях. Для этого создается очаг, на который будет проводиться воздействие. Все процессы терапии автоматизированы, а специальная опция программы позволяет оператору видеть изменения показателей в динамике. Второй уровень воздействия – частотная компенсация. Этот вид терапии проводится для коррекции энергетического дисбаланса в органах и во всем организме в целом. Наша уникальная технология широко используется врачами, гомеопатами, натуропатами и диетологами во всем мире. Оборудование Sensitive Imago – это будущее уже сегодня.